Пособия при усыновлении с 1 июля увеличились чуть ли не в 10 раз. Президент Путин подписал соответствующие законы. Теперь в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, единовременное пособие увеличивается до 100 тысяч рублей. До сих пор оно составляло всего 13 тысяч. Кроме того, закон избавит приемных родителей от необходимости вести учет расходов на мелкие бытовые нужды. Ведь до сих пор они были обязаны отчитываться перед органами опеки и попечительства о любой мелочи, вплоть до покупки платочков и носков. Кроме того, потенциальный усыновитель больше не обязан отчитываться о состоянии своего жилья. Закон устанавливает требования к состоянию здоровья кандидата в усыновители и членов его семьи и оговаривает, что медицинское освидетельствование в этом случае должно проводиться бесплатно. Также ужесточаются нормы, касающиеся медицинского обслуживания детей.